Погоди, а ты свой в доску? Труп! А! Какого дьявола ты кто? Блин! Меня подбили! Меня подбили! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами находимся в зоне отчуждения. В игре StarCraft X. На самом деле, зря я нагоняю атмосферу, ведь я же про в таких играх. Вы все это знаете, вы все уже видели меня в действии. Поэтому сейчас легко очистим зону аномалий от аномалий, превратим ее в курорт, и все это, ну, пару выпусков максимум. Начнем мы с создания персонажа. Как его зовут? Юджин. Угбуту. Отличное имя. Угбуту отправляется в зону отчуждения. Сейчас нас введут в курс дела. О боже мой, мы находимся прямо на Чернобыльской станции. Выглядит вполне себе неплохо. Единственное, что намекает на опасность, это вот эта надпись. Поэтому, пожалуй, сваливаем отсюда. Артефакт наверняка в ту сторону. Там, где не входить. Блин. Труп одного из наших. Советую его труп. Обыскать. Где-то должен быть труп. Я люблю трупы обыскивать. А, вот ты где. Нажмите, чтобы забрать все сразу. X. Все, мы все забрали. Неловкая пауза в лифте. Выброс совсем скоро, поторопись. Иду. Я бегу. Вот ты где. О, трясет, быстрее валим. Это вертолет, скорее всего, за мной. Или это их подкрепление? Нет, это за мной. Бегом. А я взял артефакт? Наконец-то. О, друзья, слава богу. Предательство. Итак, какую же фракцию мы с вами выберем? Есть сталкеры, это авантюристы, жаждущие добраться до сокровенных тайн. И бандиты, чья задача хапнуть хабара, навариться за счет лохов. Но Евгений всегда сражается на стороне угнетенных, на стороне лохов. Вы проснулись в месте, которое сразу уютом веет, потому что ковер на стене висит. Найти схрон в землянке. Нас уже сразу запрягли работой. Опа, смотрите, игрок живой. И тут все игроки живые. Так, а что у меня есть из оружия? Всего лишь пестоль. Мне нужно, видимо, сюда. И мы во внешнем мире. И здесь все супер опасное. И уязвимость от игроков 13 секунд. Опа. Здесь я прям реально в опасности. Нам сюда нужны. 200 метров. Атмосферненько. Здесь все как будто бы в радиации. Все прогнило. Все источает мертвенный смрад. Хотя нет, я слышу, как лягушки квакают. Может быть, здесь и не так опасно, как я думал. Костер. Давайте, гоу, в костер. Ой. Радиация. Ой. А! Фу. Вода заражена. А как лягушки здесь живут? Ладно, они приспособлены, а я нет. Все, я понял, в воду мы не лезем, только по земле ходим. Так, мне нужно как-то на ту сторону. По воде я не хочу плыть. О, вон мост. Похоже, ты наткнулся на гравитационные аномалии. Доставай болты и кидай болты перед собой. Достал болт. Так, теперь мы кидаем его. Ага. И? Здесь есть? Нет, здесь никого нет. Мы можем пройти, кажется. Идем. Так, впереди рюкзак, 20 метров. Ну-ка. Окей. Ну-ка. Оп, и она исчезла, да? Да, можно пройти. Чё-то убежище. Что у нас здесь? Рюкзак, осмотреть. Мы нашли серебряное колечко. Осторожно, начался выброс. Во время выброса нужно находиться в убежище. Пережди немного. Окей. Выброс закончился. После выброса просто за через 2 секунды появляются новые артефакты. Осмотрись-ка по сторонам. Я вижу. Вот артефакт. Ты правда нашел артефакт? Как это, блин, случилось? Я вернулся на базу. А, инвентарь сохраняется. А теперь попробуй найти ученого и показать ему свой артефакт. Привет, сейчас я тебе покажу свой артефакт. Надеюсь, ты не против. Артефакт, исследуй. Исследование завершено. Окей, скупщик. Вот скупщик. Значит, смотри, у меня есть вот этот призрачный кристалл. Берешь 1484 рубля. Отличная сделка. Погодите, тут очень много людей. Так, извините, кто последний? Чувак явно устал сегодня работать. Еще бы столько людей вокруг столпилось. Петька торговец. Ух, получилось достать его. Давай поторгуем. Я хочу вот это обменять. Необходимые предметы. Ага. То есть он даст мне калаш на АК-74. Хорошо, перейти к сделке. Можно поставить задачу по сбору, и тогда мы сможем получить, наконец. Монтировка! Ну-ка, что нужно для монтировки?
остатки медной проволоки, корень вонючка и срачник. Необходимо уровень 5. Ладно, я так понимаю, что мне еще все это не светит пока. Я еще маленький, пока мне нельзя. Кремень меня зовет пообщаться. Привет. Он обратил внимание на серебряное колечко, которое я нашел. Он мне предлагает пламегаситель за кольцо. Отлично. Откройте инвентарь и нажмите модификация. Модификация. Значит, ствол, пламегаситель. Найс. Значит, смотрите, мы можем так и отремонтировать. За 32 рубля мы отремонтировали пушку. Откройте инвентарь, нажмите персональный склад. Персональный склад, вот. Сумка патронов. Это все мой склад. Тут есть ящик осколочных гранат. Но у меня осколочные гранаты 2 штуки есть, поэтому пока можно ничего не делать с этим. Идем в башню к атаману. Атаман? Нет, это не ты. Атаман? Это ты. Так-так, ты верно нас... Ты атаман? Да, я атаман. Что там про шамана? Уже к шаману? Да. Ты... Ну ладно. Вот и поговорили. Помогите, кто-нибудь тут раненый! Глаза парня закатываются. Нет, мы ничем не помочь. Что произошло? Я в лагерь сходки возвращался. Проходил мимо леска, и тут слышу крик жуткий. Гляжу, среди деревьев тварь какая-то. Что за тварь? Описание. Но человеку уж больно смахивало. Высокая, худая, ручища длинная, а морда... Нам нужно найти будет сейчас тварь. Ай... Уже закат. Нам, видать, сюда надо. Опять в ту же самую сторону. 200 метров. Поговорить с Калиной туда, в ту сторону. Черт. А в ту тогда сторону что? Старый друг. А, ладно, давайте сначала старого друга навестим. Включаем прибор ночного видения. Смотрите, мы здесь, возле этой землянки. Опа, здесь еще есть какое-то место? Так, я не знаю, можно сюда зайти? Можно. Как же темно, блин. Здрасте. Что тут у вас происходит, сэр? Сходу меня убили. Я не понял, это что был за наезд? Думаешь, я не вернусь с местью коварной и ужасной? Конечно же вернусь. У него ничего не было, к сожалению. А ты кто? В груди у этого сталкера застряло 20 пуль. О боже мой, смотри тело. Старый друг, выполнено. Хорошо, мы выполнили задание. Надо возвращаться. Вау, что вы делаете? Какого? Это все потому, что болтики не кидайте, как сказано было. А ты что? Нашел ресурс. Что за ресурс? Зеленая плесень. Возвращаемся домой. Пойдемте дурные вести расскажем атаману. Вот зараза. Он дал мне кучу всякого барахла. Патроны и обрез калгана. 100 единиц урона. А я могу его, допустим, вот сюда? О, вот. Вот так нравится. Стоп, а ты что у нас тут сидишь? Кто такой? Хлыч. Что тебе нужно, бестолочь? Грубиян. Спрашивай и отваливай. Тут недавно убили водолаза. Тебе что-нибудь известно, что с водолаз? Нет, я не в курсе. Слушай, что-то мне кажется, он убийца. Ты убил его. Я в костре стою. Блин. Короче, мы сейчас расследуем дело убийства водолаза. Смотрите, какой у нас тут стоит. Слива. Что скажешь? Про водолаза, что ли? В последнее время возле него все время хлыщ вился. Ну я же так и знал, что хлыщ убийца. Так, еще один. Калина. На болотах чудище завелось. Иду на охоту, давай совет. На твоем месте я бы взял парочку крепких парней, да прочесал бы место. Крепких парней. Да я сам разберусь. Пойду в ночь один. Вот сюда. 600 метров. Что вот это еще за лежанка хрюк? Логово шавок, лагерь бандитов. Стоп, а может ребята хотят ко мне в отряд? Воу, что? О, собакин! У них ничего нету? Ничего, к сожалению. Слышите крик? Мне как стрёмно. Такая-то что такое? Логово гонщик, взаимодействовать. Еее, бэч! Взял артефакт. Очки репутации плюс один мне дали, за то, что я порылся в куче мусора. Смотрите, аномалии. Ну-ка, давайте болтик швырнем. А? Че есть? Блин! Так, я раскоцался, отлично, но я восстанавливаюсь. К аномалии больше не подходим. О! Какие жуткие крики! Так, смотрите, смотрите, что это такое? Еее! Внимание всем, приближается выброс. Опа, опа, опа! Срочно в дом! Срочно в дом! Так, не зайти в избу! Изба? Есть! Смотрите, антирадиационные таблетки какие-то. Так, что еще есть? Зажигалка. Куча барахлов. Кто в пианино хранит консервы рыбные? Еще патроны есть. И композитная пластина. Выпадает, когда умрешь. Ой, это плохо. Выпадает. То есть все-таки какой-то лут мы теряем. Черт. Выброс начинается. А, он только начинается? Так, вот этот выброс, конечно, более стрёмный. Я, кстати, коцаюсь, блин. А какого хрена я коцаюсь? Я же в укрытии. Аптечка. Я не знаю, как-нибудь я подох. Погиб от выброса. Погоди, ну вот я же в доме нахожусь. Сейчас я выйду. Да, сразу меня мочит. Жестко мочит. Это правда ощущается, как стихийное бедствие. Все. Кажется, миновало. Итак, я потерял все, что нашел. Скорее нужно в ту избу. Смотрите. Что за твари?
Кто такие? Мерзость. Его зовут Бочка. Так, еще 160 метров, и я найду свое тело. Надеюсь, меня никто не залутал. Здрасте. Здрасте. Вот он я. Отлично. Ладно, давайте не будем пока дожидаться следующего выброса. Мы идем на место происшествия. Мы здесь, кстати говоря. Погоди, а ты свой в доску? Труп. Так, обыскать труп. Предмет получен. ПДА мертвого сталкера. А! Какого дьявола ты кто? Блин! Меня подбили! Меня подбили! Помощь! Черт, меня убил бандит! О, весь мой лут сейчас заберу. Нет! Проигрок стал жертвой первой же шайки бандитов, которая ему повстречалась. Но это не потому, что я нуб какой-то. Нет, я просто только начал играть и все еще в базовых шмотках. Но вам, ребята, всем, кто сейчас перешел по ссылке в описании и начал играть в StarCraft X бесплатно, незачем так же страдать, как и мне. Поэтому вводите этот промокод, чтобы получить приветственный бонус на старте игры. От меня лично. Берите. Срочно надо вернуться. Вот оно, столкновение с первыми игроками. Я же не заберу свой лут уже. Все, меня обокрали. Они наверняка где-то тут ошиваются. Наверняка под действием ФОМ они продолжают дожидаться новичков и убивают их. Стоп! Подохла тварь. Забрать. Я все забрал. Нам надо продолжить обыскивать место. О, я вижу. Вижу здесь. Куча крови. Стоп, здесь еще один труп. Мертвый бандит. Подгнивший трупик. Укусов упыря не наблюдается. Обыскать. Мы нашли тоже ПДА мертвого бойца. Забрать и уйти. Узнать больше о Рубецком. Слышите? Это стоянка бандитов. Ой, мне туда сейчас... Хотя, погодите. Почему бы не подсобить другу сталкеру? Не бойся, друг. Проигрок в шутеры пришел. Где Night Vision? Вот Night Vision. Скорее, забираем добро. А! Где стрелял? Вы истекаете кровью. Какого хрена я истекаю кровью? Смотрите. Хороший лут взял. Короче, надо подбирать, просто не думая. Потом разбираться, что я взял. Нам нужно вернуться обратно на базу. О, нет. Нет. Нахрен. Выстрел. Подохло. Как много вас! Тихо! Ты стреляй уже! Сейчас! На! Смерть, я ожидал, что столько их нападет. Короче, я понял, все игроки, у которых есть иконка над головой, это все из моей фракции. Остальные все бандиты и негодяи. Нет, гиена собак. О, какая быстрая! Черт, вас много здесь, оказывается! Спасибо, друг. Как много. Смотрите, что это? Логово шавок. А, ну сейчас он его залутает, да? Нет. О, отлично. Получается очень выгодно выносить гнезда монстров. Боже мой, еще один выброс случился. И походу, с ним выбросилась половина моих волос. Сплошные аномалии повсюду. Ладно, главное, что я жив. Нам нужно узнать больше от Шарашкина. У меня важный вопрос, касается трупа. К его смерти причастен некий Рубецкий. Этот полоумный поначалу тихо экспериментировал у себя в лаборатории. Как-то наведался к нему, а тут мутант какой-то у него в клетке сидит. Отлично, у нас есть новое задание. Мы все ближе и ближе к правде. Если бы мы дослушивали, что говорят ребята, мы были бы еще ближе. Но, ребят, я гений-детектив, вам нужно поспевать за ходом моих мыслей. Давайте, догоняйте, ускоряйте свои мозги. Ну что, сыщик, удалось что-нибудь узнать? Хлыщ сильно нервничает и врет, что не пересек... Да, вот это, мне Хлыщ больше всего не понравился. Если ты поймал Хлыща на лжи, дуй в его дом. Вот это интересно, идем в дом Хлыща. Залезть в чужой дом, это самое мое любимое. Это вот здесь? Нифига, он живет прямо тут. Я тоже хочу дом в безопасной зоне. Ящик, засохшие капельки крови. Отпереть. Ухо! О, ребят... Вы все не видели, как я тут нашел кровавое ухо, окей? Но если вы тоже выполняете этот квест, ухо лежит здесь. Ключ вот в этом шкафу. Не благодарите. Отрезанное ухо, Хлыща, прикинь. Так это он, шваль проклятущая. Задержать Хлыща. Хлыщ! Ты арестован, где ты? А ну стоять! Хлыщ убежал куда? Да вон туды. Хо-хо-хо. Начинается погоня. По трубам. Пусть странный маршрут, он пытается запутать след. Воу! Что это было? Это аномалия была. Ладно, хрен с ним, пойдем в воду. Нет! Нет, Собакин! Собакин! Нет. Все, подохли. Это сюда. С тобой поговорить неизвестно. Вдруг тут никто не пробегал? О, ты, наверное, ищешь Хлыща.
Да. Побежал вон туда. Окей. Слышите крик? Хлыщ в опасности. Я спасу тебя, чтобы убить. Ты в порядке? Вы обнаружили... Он что, перерезал себе горло? Он убил себя. Он понял, что все, его жизнь закончилась. Ладно, идем обратно на базу, видать. Атаман, дружище, у меня новости плохие. Хлыщ мертв. Зараза. 2500 дал. Удачи, друг. Черт. Как же я медленно иду. Надо продать все барахло срочно. Копыта слабого кабана, хвост дикой гончей и сломанные когти. Также у нас еще три задания. Шаман, упырь и посылка Фримена. Найти курьера. Найти курьера можно гораздо быстрее, чем все остальное. Сначала пойдем туда. Ну-ка, давайте постреляем дробашом хлыща. А это что... Вот здесь? Это курьер. Тоже дохлый. Да что ж такое? На груди прибита гвоздем записка. Хочешь груз, соглашайся на условия. Надо доложить Фримену будет об этом. Извини, Фримен, тебе придется согласиться на условия. Теперь нам нужно поговорить со Светлым. Кто это? О, привет. Ты что такой мрачный стоишь, а? Я от Фримена. В общем, мне дали задание всех перестрелять. Я примерно этого и ожидал. Какие здесь все конфликтные? По-моему, я впервые так далеко отошел от базы. Так, пойдемте скорее найдем этого шамана. Хочу стать ублаженным. Вот он, здесь. Здесь его логово. Шаман через 9 метров. Привет, шаман. Теперь нам нужно найти тайник шамана. Почему он не мог это у себя в кабинете хранить? Тайник где? А, вот, 40 метров. Кто-то просто не донес до офиса маленький рюкзачок. Всего лишь 40 метров пройти. Ладно, забираем. Что у нас тут теперь? Круто. О, офигеть. Штурм склада. Убить врагов, бандитов. Пойдемте бить врагов. Это вот сюда. Берегись, враг. Осталось 90 метров, и ты умрешь. Только передохнуть надо. Секунда. Давай стамины, восстанавливайся. Ага, вот вы где. Че, гоу вниз? Темно. Включаем Night Vision и идем. Опа, ящик с патронами. Взаимодействовать. Я вижу враг. О, меня увидели! Тогда в атаку! Я сейчас сдохну! Блин, что-то мне не понравилось, как я выступил сейчас. Было плохо. Давайте еще разочек. Осторожно. Вижу. Подохло. Нет, не подохло. О-о-о! Осторожно. Нет! Нет! Да господи, как сложно! Сложно им поддаваться все время. Они ж такие слабенькие. Смерть. Да... А чё вы такие все сильные? Просто склад моих трупов. Господи, как же меня решетят? Как же меня решетят? Я все еще вам поддаюсь, если вы не поняли. Бежать, бежать, бежать! Есть! Прибил, наконец-таки. Опасность миновала? О, сколько барахла я здесь дропнул. Евгений наконец-таки восстановил свое былое величие. Я очень опозорился здесь в самом начале. Хорошо, погибло. Черт, как это было трудно. Осталось еще 5 целых. Если мы сейчас возьмем ящик с патронами, я буду перевешен, да? Да. Но ничего, я и так справлюсь. Теперь нужно идти в эту сторону. Мне кажется, этот знак намекает на грядущую опасность. Тихо, 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 не стреляй по мне! Я знаю, что я сделаю. Граната! Есть! Нет, 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 нет. Итак, что я понял из этой вылазки? Нельзя бездумно действовать. Ну все, я разозлился. Я резать иду тебя. Резать иду. Ну блин, я же стараюсь. Хоть я и перевешен, попробуем сейчас действовать очень аккуратненько. Идет. Нет, 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 нет. Есть. О, нет. О, выживаю. Аптечку хаваем. Еще один остался. Бандита, ты где? Есть! Ох, я думал, что это будет легкая миссия, а меня просто поимели. Давайте валим отсюда. Теперь мне нужно вернуться к Светлому, который 600 метров отсюда, но я перегружен. Главное, чтобы никакой бандит мне не повстречался. Пока мы идем, перевешенные, постараемся насладиться атмосферой. Он в вертолете красивый стоит. Приятные звуки природы. Нет! Нет, нет, нет! Черт! Ай! Ай! Кыш! Кыш! А что-то крыса не дохнет? Она такая, не-не, ну конечно да, это я что-то тупанул. Зачем я начинать тебя пошла? Не стоило делать, нормальный парень, блин, не знаю, зря. Это, конечно, мы все поплатили жестко за это, да. Ладно, мы справились, мы выжили. Я перегружен почти на 8 килограмм. Но только бы не сдохнуть сейчас. И давай. А, безопасность. Привет, ребят. Забавно смотреть на всех этих игроков и понимать, что у них там свои какие-то мутки, какие-то приключения. А у меня свои. Привет, Светлый. На складе чисто. Окей, взамен он дал мне еще одно задание. Да пошел ты. Я устал. Я хочу продать все и пуститься в свободное плавание. Нет, сначала упыря еще найду. Значит, вот это все. А, погодите, это бартерный ресурс. Преобразовать в плесень можно. Давайте, подтверждаю. Во!
Это у нас бартерное теперь все. 2298 рублей я выручу. Лишнее барахло и оружие я сложил на свой персональный склад. Я так понял, что пока нельзя его продать никому. Его можно использовать для бартера. А бартер у нас сейчас, конечно, хреновый. Из автоматов практически ничего не доступно, кроме Калашникова, который, ну, не то чтобы супер лучше моего. И в целом, я так понял, что у меня довольно-таки маленький уровень. У ставки атамана второй уровень, у гаражей один. Я даже еще не посещал эту базу. А, послушаем нежнейшую музыку. Посмотрим, как человек горит. И отправимся в путь. 600 метров. Лаборатория Рубецкого. Мы сейчас будем искать упыря. Я забыл сложить свою куртку. Черт, мы недалеко отошли, пойдемте вернемся. А как же композитная пластина? Куда мне ее вставить? А, вот как это делается. Надо просто брать и вставлять. И такую можно только одну вставить. Все, мы сделали супер-мега непробиваемую броню себе. Еще есть рюкзак, вот сюда мы можем его повесить. А вот перед нами торговец. Посмотрите на его предложения сегодняшние. Могу ли я все это купить? Вот смотрите, ультра-броня, которая стоит 1200 рублей. А я могу просто взять и купить. Еще есть АК-105. Может быть, его тоже... Сколько стоит? 800? Куплю. Что-то дешево. Ой, нет, я не могу купить это. Я не могу ничего из этого купить. Это не рубли. Он предлагает не за рубли. А что это за ресурс такой? Понятно, какие-то талоны нужны. Я пытаюсь найти информацию о талонах. Смотрите, есть аукцион еще. Итак, костюмы, артефакты. Очень и очень и очень много чего можно купить у других игроков. Например, костюм за 15 тысяч рублей. Черт, ну у меня всего лишь 9. У меня нет таких денег. Я могу ягодку за 9500 купить. А, даже ее не могу купить. Черт! Но могу купить сало за 9к. А сало я люблю, выкупаю. Все, это удачная покупка, я считаю. Где сало? Сало-то где? Хлеб уже есть. Сало где? Я не прочитал, где появится сало. Каким образом можно его получить? Или меня заскамили? Что происходит? Где оно, блин? На данный момент это мое самое позорное поражение в игре. Я купил сало за 9 косарей. Это звучало как супер выгодная сделка. Ладно, плюнем на это. Тут у торговца есть керамическая пластинка. И стоит она 129 рублей. Мы можем себе это позволить, конечно. Же. Устанавливаем. Ладно, просто уходим. Молча уходим. Никому не говорим о нашем позоре. Купил сало за 9 косарей. Пойдемте найдем упыря и убьем его. Кто-то должен поплатиться за мою ошибку. 100 метров осталось. Тихо. О, здесь могут быть враги, да? Так, вот этот чел. Это враг? Это враг! Есть, убил. А, ничего особо не забрал у него. Так, лаборатория, 16 метров. Заходим. И что нам нужно здесь делать? Обыскать убежище нужно. Что за огромный череп? Теперь нам нужно найти следы Рубецкого. Рубецкий? Кровь. Черт. Быстрее, валим. Граната. Блин! Нет. Черт, меня убили. Я все еще здесь. Боже мой, вот он. Какой он приставучий, блин. Эй, не трогай меня, есть! Что это я забрал? Щупальце упыря. 1200 рублей. Фух, у нас получилось. И все свое барахло я подобрал. Возвращаемся обратно на базу. Так, все, я убил. Предметы получены. Аптечки, подсумки, патрончики и 15 тысяч рублей. Ну вот, я отбил все свои убытки, связанные с салом. Неплохо побегали, но я еще заметил вот что. Сессионные бои. Ставка 50 тысяч рублей. Я сам создам ее. Итак, схватка будет на снайперке. Ставка. Пятак. Давайте депо пусть будет. Кто согласится выйти со мной один на один на снайперке? Кто-то согласился. Все, готовы. О боже. Вон он. Живо. Опа, хорош. Убил. А, тут сразу раунд перезагружается. Ладненько. Раз. А, нет! Надо его чуть-чуть обмануть. Подойти с другой стороны. Вот так. О, как он меня всадил. Стоп. Тихо, он там. Дух, какая же ты гнида. Идем вот сюда. Есть! Хорош. Как он так стреляет? Я же тоже стреляю. Так, надо, чтобы он вышел сам. Ой-ой-ой-ой. Он вышел сам, я просрал. Так, почти сдох. Я хотел легкие 5 косарей. Получилось так, что я их легко отдам. Да. Нет! Обида гребаная. Еще раз, я должен отыграться. Ставка 5000. Какая странная карта для того, чтобы снайперские бои устраивать. Тихо. Оп. Стреляй. Есть! Он где-то здесь!
О! О! Стрей! Черт! Нападай! Есть! Он агрессивно идти в атаку! Агрессивно в атаку! Никто не попадает ни по кому. Нет! Можно на ножах, оказывается. Я не знал. Агрессивно в атаку! Скорее, где ты? Я подыхаю от крови! А почему у него кровотечения не было? Найн, стали в твоей политике, стали кэш! 5000 осталось у меня. Я должен отыграться. Кто не засыт получить халявные 5000 от меня, а? Еще один пришел на раздачу. Отдай мне мои 5 косарей, блин. Внезапное появление и смерть. Оп, моя смерть. А теперь я его обманываю. Пошел с другой стороны. Я тебя сейчас так обманываю. Ты не ожидаешь моего появления вот отсюда. А теперь я снова тебя обманываю. Направо иду. И не знаешь, где и когда я атакую. Есть! Где же теперь я появлюсь? Наверное, ты в ужасе. А, я умер. Нет! У меня 200 рублей. Прекрасно поиграли. Обязательно залетайте в Сталкрафт Иксона. Бесплатная, гоу по ссылке в описании. И еще введите мой промокод и получите много классных бонусов. И, кстати, спасибо ребятам из Сталкрафт, что поддержали выпуск этого ролика. А значит, и поддержали канал и все мои мечты и затеи, которые я сейчас стараюсь реализовать. И вам, друзья, спасибо большое, что перешли по ссылке в описании, скачали игру, начали в нее играть и хорошо проводить время. Это тоже помогает поддержать канал. Муа, спасибо. Я еще обязательно выпущу второй выпуск по этой игре, где мы побегаем по карте и посмотрим еще другие фишки этой игры. И самая главная интрига — это найдем ли мы свое сало, за которое заплатили 9 гребаных тысяч. А с вами был Юджин, и всем 5!